Так, спасибо большое, Крейс, за донат. Собственно, смотрим гигашариков. Стой! Баба, я кирхуду! Скафандр мод! Такое я не вижу. Сферы смотрел, гигашарики не смотрел. Эй, хорош дурить! Ебать. Компаем ли в FL Studio? Высокий як топоря, а дурни як восток. Это объясняет, почему бочка хорошо звучала. И в случае с Black Metal это не комплимент, это типа... Фу, бочка звучит хорошо. Мемы теперь вот такие, господа скуфиндяи и зрители. На всякий случай осуждаю. То, что по радио там. Шаман, кажется, играл. Санимированная какая-то 3D-дичь, типа. Тревога. Как бы и круто, и... Шараноид в главной рубке. Тревога. Шараноид в главной рубке. Рубка? Блять, сразу видно, что она будет, ребята. Сразу видно, рубка будет. Стояк от эпичности. Просто отдайте мне это, и никто не пострадает. Что-то ему там отдать надо, бля. Укуси меня, пчела. Я так понимаю, войслайны взяты из оригинала, да, здесь? Но переосмысленные. Ага,
интересная концепция, чувачок. Славянский зажим яйцами. Смесь смешариков и угара по, не знаю, Half-Life или что-то такое, наверное. Пава Пипи Гемободи. Шарики какие-то, кибер-гигачеды в космосе, блядь, пиздец, ребят. Такой терминатор теперь, бля. Я не знаю, честно, что тут сказать. Надеюсь, было охуительно интересно смотреть мою реакцию. Спасибо за донат.